Серьги в бижутерии, в покрытиях серебрения и золочения. Вставка на украшениях – имитация жемчуга. Вновь в нашем обзоре серьги-продевки в двух вариантах покрытия. Посмотрите, как они великолепно смотрятся. Покрытие держится на бижутерии завода «Красная Пресня» очень прочно, и украшения долго будут вас радовать. Напишите нам в комментариях, в каком покрытии вы хотели бы видеть эти серьги, и обязательно заглядывайте на наш сайт jewmagazine.ru, чтобы найти там те самые понравившиеся украшения или другие изделия, которые вы найдете интересными. Паспортный вес этих серег 2,9 грамма.